Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании Ombra. Ombra OMT88S. Состоит набор из 88 предметов. На наборы Ombra дается пожизненная гарантия. Гарантийный талон идет в комплекте с набором. Здесь указывается общая информация, по которой дается гарантия на данный инструмент. Инструмент Ombra — это тайваньский бренд профессионального инструмента, выдерживает большие нагрузки, может применяться на СТО, автосервисах или предприятиях. По комплектации набора. В наборе два рабочих квадрата, 1,2, 1,4. И, соответственно, две трещотки. Трещотки на 72 зуба, мелкий шаг. Трещотки разборные. Внутренность можно докупить отдельно. Ремонтные комплекты продаются. Что еще? Реверс. И быстрый сброс головки. Трещотка прямая идет. Рукоятка пластиковая. Надпись Ombra есть на рукоятке и надпись Ombra на металле. Также есть номер согласно каталога. Трещотка под квадрат 1,4. Также на 72 зуба с реверсом и с быстрым сбросом. Рукоятка пластиковая. Молоток 300 грамм. Деревянная рукоятка. Общая длина 300 мм. Также имеет номер согласно каталогу. Немного скажу вам по номеру, который присутствует на каждой единице инструмента. Есть каталог Ombra в бумажном виде или в электронном. И по этому номеру вы можете подобрать вот точно такой инструмент, как у вас в наборе. Вдруг он у вас потерялся, ну или кто-то, допустим, украл. То есть точно вот такой молоток или точно вот такую трещотку. Далее, плоскогубцы. Плоскогубцы 185 мм, рукоятки пластиковые, но черные части на рукоятках, на трещотках и на плоскогубцах, они вроде вот еще сверху обрезинены. Потому что есть пластик твердый, но здесь вот вижу, сверху немного обрезиненные они идут. Также номер согласно каталогу идет. Так, рукоятка отверточная. Она применяется с битами. Есть такой специальный переходник. И комплект бит идет также в наборе. Вставляете нужную биту. Также подсоединяется трещотка сверху. Получаем реверсивную отвертку. Также эта рукоятка может применяться с головками под квадрат 1,4. Надпись Ombra на рукоятке на металле, CRV, материал изготовления хромованадевая сталь, и надпись Ombra на самом пластике идет. И также имеет номер по каталогу. Так, набор бит. Набор бит идет в отдельном пластиковом кейсе, что очень удобно. Его можно использовать шуруповертом. Переходник идет в комплекте. Биты здесь шестигранные, шлицевые, биты торкс и биты крестовые. Маркировка вся есть на кейсе сверху. Удлинители под квадрат 1,2. Два удлинителя 125 и 250 мм. Удлинитель 250 мм используется как Т-образный вороток. Вот такой переходник есть. Надеваете. Этот переходник может использоваться для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. Так, два удлинителя под квадрат 1,4. 50 и 100 мм. Головки. В наборе головки идут шестигранным профилем. Общее количество их 29 штук. Самая маленькая на 4 мм. Квадрат 1,4. И самая большая 32 мм. Квадрат 1,2. Вес головки на 32 мм составляет 222 грамма. Головки полностью глянцевые. И посередине идет вот такая вот насечка. По надписям. Ombra логотип. На металле CRV хромованадевая сталь, номер согласно каталога и 32 мм
размер головки. В верхней крышке набор ключей. Ключей в наборе идет 12 штук. Самый маленький ключ 8 мм. И самый большой ключ 24 мм. Как видите, инструмент полностью глянцевый. Весь инструмент в наборе глянцевый. Это удобно, потому что если загрязнился, очень легко удаляется грязь. И инструмент опять становится у вас чистым и красивым. Хром-ванадевая сталь на ключе, надпись, омбра и номер согласно каталогу. Набор отверток, 4 отвертки в комплекте, 2 шлицевые и 2 крестовые. На отвертке имеют маркировку на рукоятке, то есть размер и длина данной отвертки 100 мм. Рукоятка пластиковая, ну черная часть, я говорю, тут есть, они обрезинены немного. Ну, очень удобно лежит в руке. И тестер. Вот такой идет в комплекте. Так, теперь покажем, как инструмент держится в верхней крышке. Чтобы он у вас не выпадал. Потому что если он при закрывании будет высыпаться, то это очень неудобно и, честно, немного, даже не немного, а очень нервирует. Так, здесь инструмент хорошо защелкивается на своих местах, потому что кейс хорошего качества. И сейчас попробуем закрыть. Вот. Закрываем, все надежно держится. Инструмент даже защелкивается в нижней крышке. Вот. Взять эти удлинители тоже. Также весь инструмент подписан согласно ячейке, где он лежит. То есть это плоскогубцы, подписано плоскогубцы. Трещотки, то есть и размеры ключей и отверток также указаны. Кейс состоит из двух частей, пластиковая зависа посередине и запирание на металлические замки. Теперь по самому кейсу. Ну, наборы Омбра имеют очень хорошие кейсы, все очень аккуратно подогнано. Надпись Омбра на верхней крышке, Professional. По пластику, пластик средней жесткости. То есть он не жесткий и не мягкий, что-то нечто среднее. Запирание на металлические замки. Очень плавно закрывается все. По габаритам самого кейса. Ширина 45 см. Длина 36 и высота 9 сантиметров. Вес самого набора составляет 6,7 килограмм. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Кому понравилось это видео, помогло с выбором инструмента, ставьте лайк. У кого был опыт использования инструмента, и это будет полезно покупателям, оставьте, пожалуйста, комментарий. До свидания.